Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Deus Ex. Так, у нас здесь 4 отмычки, что-то ищем мы дальше, в общем, короче, так, тут что? А, тут это, блядь, подожди, тут же баба, да? Ага, тихо. Где она? Сука. Блядь, вот она ебанутая, короче, капец. Здорово. Есть еще кто? Нет, ничего кто. Хорош, отлично, завалил ее. Одна отмычка. Да мне зачем, если я могу взять и так? Так, ладно, тут ничего нет. Опа! Системка безопасности. Ну-ка. Так, надо не забыть сейчас похилиться, потому что, блин, меня подбили. Она какая-то неадекватная. Вообще. Majestic 12 Net. Так, смотри, у нас тут выключили. Все, одна камера. Тю. Опа. Пистолет бесшумный. Зачем он мне нужен? Если мне есть шумный... Опа, она на ключик. Тихо. Это у нас ничего не дает. Это тоже ничего не дает. Хорошо. Подожди, она на ключ от чего? Базука есть, если что, на один выстрел. А к парадным дверям собора. Ключ смотрителя. Что ключ смотрителя? Ну-ка, подожди-ка, похиляться надо. Нормально она меня покоцала. Так, а вот это вот еще дверь. Почему ты... Кстати, подожди. Вот тебе и вариант. Сейчас. Ой, спасибо. Взять. Сейчас я как ёбну. Как ебану вон туда. Смотри. И вынесу эти двери к херам, а чё? Давай прицел мне, Сюзь. Пиу. И все. И нахер мне, короче, эти... Что такое? Привлек внимание, что ли? Тихо. Так, куда-то еще выход, хорошо. Так, это мне не надо. Это мне не надо. Так, стой, дай сохранюсь, потому что там баба такая неадекватная была вообще. Мне она не нравится совершенно. Что это? Цветочки. Хорошо, никого вроде нет, да? Здорово! Ой, это можно туда булькнуться. Хорошо, булькнуться. Поэтому, что это за замок такой, по нему это бегать? Привет. Блять, куда мне идти-то? Что мне, подожди, вообще здесь надо сделать? Проникните в компьютер тамплиеров. Надо найти где-то компьютер. Вот там где-то была камера где-то, правильно? Я же отключил. Здесь я нихера не сделаю. Мне надо найти где-то компьютер. Нахрена я тогда вынес эту дверь? Здесь же ничего нет. Или может здесь по этому парапету можно пойти? Тоже так же, блядь, ничего. Что за хрень? На. Сука, никакой ключик даже не положили. Зачем это было в эту дверь вообще? Тут только два ящика, больше ничего нет. Хорошо. Ищем, значит, какие-то... Блин, а у меня-то ключ был какой-то. Ладно, ищем какие-то двери закрытые. Здесь что? Вот код. В смысле? Так, какой там код? Код у нас получается 0022, да? Да, смотри, отлично. Привет. Блин! Повинуйтесь вашим новым владельцам. Идите ко мне. Я же ее отключил, или это не она? Чего, шефов, иди. Это не бьется. Ладно, так, есть выход наверх. Блять, сучка, подстрелила меня, падла. И неплохо так-то подстрелила. На 60 хпшечки. Так, а куда мне? Туда или сюда? И подожди, сюда. Слезь. Может, здесь что... Может, здесь что лежит? Да ёб ты, блядь. Неадекватный. Так, может, здесь что лежит? Какой-то наноключ. Нанокредиты какие-то. Ага. Смотри-ка. Опа. Ага, понятно, окей. А с этой стороны никак? А с этой стороны никак. Хорошо, это короткий путь. Будем знать. Так, дурак. Так, кто здесь? Стоп, сохраняшка. Тихо.
Ну такие, тут лестницы такие резкие прям. Ага, вот что-то храм какой-то, значит здесь компьютер будет. Логика. И что, никого нет? А вот эта гребаная камера. Сука, почему ее нельзя разбить? У меня же меч. Что за кнопка? Здорово. Нет новых сообщений, как так-то? Здесь ничего нет? Ничего в тени не положили? Ой, привет. А, так а ты что зеленый? Я не забываю, что поставили меня военнопленным НСФ. В смысле военнопленным? Вы прибыли в Париж, чтобы сообщить мне это? Это сообщение, которое я демонстрирую. Мы знаем, где вы идете и что вы замышляете. Это не значит, что вы можете остановить меня. Да. Я был модернизирован до этого назначения. Ах ты сука, ты короче сейчас был... Блядь, ебаный ты кур. Ну сука, пиздец тебе, блядь. Надо заныкаться. Пошел ты, блядь. Разъебал его. Просто мне надо срочно где-то в водички, блядь. А где водички взять? Водички нет, нет водички. Бегай, бегай быстро, тушись, тушись. Блять, водички, сука, нет воды, 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 воды. Где вода? Тушитель. Нормально. Живой вроде. Фух. Нормально. Экшен, правда, не очень сильный был экшен, но зато я этого тоже ушатал. Значит, у нас была наша напарница, мы ее грохнули. Теперь этот напарник, мы его тоже грохнули. Они теперь нас не будут заябывать. Ладно, пошли ломать компьютер. Фух, да просто когда экшен начинается, я не могу ничего говорить вообще абсолютно. Мне надо сначала понять, что происходит. Разрешить связь с системой. Но. И что? С какой системой? Крестик, ты висишь вообще в воздухе. Ты в курсе? О, привет. Ты кто? Мы разве не учили вас, как бороться? Вы взволнованы, Симмонс. У нас почти есть лекарства. Ага. У вас нет ничего. Даже если Эверету повезет, вы не сможете синтезировать достаточно вакцины, чтобы остановить эпидемию. Вам нужен универсальный конструктор. И не думайте, что промышленность Пейджа оставит кого-то из окружающих вас, чтобы вы использовали их. Ах, взрослый ребенок. В Гонконге. Ну. Я не был обучен должным образом в действии. Смешно, Дэнтон. В следующий раз мы не будем использовать старый ящик с болтальным Гюнтером. Единственная причина, по которой я позволяю ему уехать в Париж, это то, что я устал от его стенания относительно Навары. И постоянно говорю об его отладке. Да ёпы! Ой, блядь, сука! Спасибо. Потому что вы знали, что он будет бороться до смерти. Да, он им надоел, они решили его слить. В следующий раз, когда вы столкнетесь с кем-нибудь из роботов, рассчитывайте на свои собственные способности. Ага, смотри, еще кого-то делают, суки. С какими-то способностями еще чувак будет. А ну-ка еще говори, блядь. Нет новых сообщений. Хорошо. Что я сделал? Я сделал... Хуй-то. Я получаю то, в чем я нуждаюсь. Хорошая работа. Теперь я согласен встретиться с вами лично. Идите да? На станцию метро и ждите мои дальнейшие указания. Ага, теперь мне, блядь, на станцию метро надо идти, твою мать. Да. Привет, чувак, лежишь. А, на станцию метро мне надо. Попробуй теперь отсюда выход найди, блядь. Проверьте ваши данных. Ну это понятно. Так, а как мне теперь отсюда... Подожди, стой. А это куда? А, так это назад. Мне вниз. Нет, не вниз, подожди. Мне вот сюда. Только тут робот ходит. Значит вниз тогда. Я так как-то пришел-то... Подожди, откуда... Они убьют меня, если я заговорю с кем-нибудь. Подожди, откуда я пришел-то? Как я сюда на кухню зашел? Я помню, не через эту дверь. Я через какую-то другую зашел. Как? Может, подожди, вот сюда может? Может, я через верх как-то зашел или нет? Чувак тоже лежит нормально в воздухе. Вот так я зашел, да? Да, я вот так зашел. Тю-дю-дю. Хорош в воздухе висеть. Дайте им что-нибудь. Так, это у нас... Подожди, а тут я был?
Ага. Да, тут я был. Так, подожди, вот тут я вроде помню зашел, заходил вот с этой стороны. Ага. Так. Крис. Крис. Так, теперь мне на станцию метро. А зачем мне надо было туда вылазить? На станцию метро это нам дальше уже идти. Просто отсюда выбегаем, идем дальше. А эта дверь закрыта, да? Блядский робот. Хи-хи. Все, свалил. Ты приблизил элементы к восстановлению силы. Кто такой Икар? Вы слышите голос искусственного интеллекта, ага. Majestic 12. Окей. Пока нет нужды в общей тревоге, пока нет. Я смогу защищать вас и Дедала в течение дня или около этого. Хорошо. Если нету опасности, значит нету. Пошли сюда. Пошли на метрошку. Конец передачи. Вот станция метро. Чувак, есть энергия? Атанвы находятся в трубе ниже. Так, есть у нас три выхода. Сегодня вечером вы путешествуете на свой страх и риск. Вот мне сюда надо. Слышь, как сюда пройти-то? Здесь и дверей-то нету, никаких кнопок. Как сюда пройти? Эй, как сюда пройти, слышь? Ты не в курсе? Не, это могу разбить окно, наверное, да? Но меня тут сейчас распиндосят только так. А как туда войти-то? Опасность терроризма все еще присутствует. А почему? Подожди, сортье. Чувачок вверх идет. А ну да, я сохраню. Почему там закрытая дверь? Я хочу энергию восстановить. Здорово. Тортье. Ты что скажешь? Удостоверьтесь, что ваши проездные документы в порядке. Да у меня знаешь сколько проездных документов? Вот смотри, какие клевые. Ой, перезарядить надо. Так, за продвижение оно мне сказало. Оно мне сказало, что я за продвижение 150 получил. Но, блин, тут чувак, крысы бегают. Сегодня вечером вы путешествуете на свой страх и риск. Так, стоп. Там какой-то мудень за мной бежит. Подожди, он сейчас будет со мной разговаривать, а я пойду, хочу пойти туда. Он сейчас будет за мной бегать вот так, да? Интересно, а ну-ка. Если я выбегу, короче, сюда, он за мной побежит? Или нет? Что там написано? Рассел Уитью. Удостоверьтесь, что ваши проездные документы в порядке. Так, этот вроде не бежит, ладно. Мне надо как-то туда попасть, там энергию восстановить. Привет, все, привет. Ой! Сука. Ты кто? О нет, я вижу теперь ваш друг ожидает вас у грузовиков. Вы знаете меня? Какой большое друг? Большое количество гангстеров каждый день. У вас есть оружие? Модификатор оружия. Я даю модификацию оружия. 750 за точность, 800 за дальность. Также я этот бежит. Найти термооптику. 5000. Подожди, точность и дальность, точность. Так, а точность я уже все, у меня, в принципе, что... А, прибежал, смотри, на туре. Да мне не точность не надо, он все равно же не подойдет, я его тупо выкину. А дальность тоже не надо. Нет. А этот что? Шентон, я отведу вас к кабинету, но вам будет запрещено видеть, каким путем вас ведут. Бляха-муха. Это будет весьма хитро. С вашей головы не упадет ни волоса. Ладно. Делайте то, что вы должны. Подойдите немного ближе. Да я и так близко стою. Ты чё, блядь, поцеловаться, что ли, с тобой? Капец. Смотрите, нервно-паралитический газ не причиняет никаких неудобств. Чё? Эверет, наверное, параноик. Все мы. У Иллюмината свой взгляд на медицину. У него есть какие-нибудь успехи в изучении вируса «Серая смерть»? Ваш Аплинг дал нам отсутствующий шифровочный ключ. Он поможет закончить работу, которую начал Трейсер Тонг. Я должен немедленно увидеть его. Он внизу в лаборатории. Хорошо, ладно. Скоро мы, я так понимаю, уже закончим игру, да? Или что? Или это я так... Или я это так просто думаю? Но мне такое, как будто бы уже мы немножко так бы, как бы потихонечку превращаемся в... Конец. Или это еще не конец, чтобы... Это. Да кто мне вечно сообщает? Иллюминати хочет править миром, не дай себя обмануть. Ты вообще адекватная?
кто ты такой, и искусственный интеллект, это ебанутая система, я знаю. Это все знают, но, блядь, человек же дебил, он же если создаст, он же потом только поймет, что это плохая штука, правильно? Мы пропустили обед, но успеете к закуске. Хорошо. Человек же ебанутое создание, правильно? Оно создаст искусственный интеллект, вот точно так же он будет думать, вот этот интеллект скажет, я хочу править миром, помоги мне и все, а потом я тебя просто убью и ты будешь счастлив. И до свидания. Правильно, правильно. Так и будет, а почему бы и нет? Искусственный интеллект, он не как думает, что это ой, это ты что, прям мыслит. Да мыслит он не так. Он вообще мыслит не... Блять. Сука, тут открыто, смотри. Ладно, он не так, как человек мыслит, и он не будет никогда мыслить, как человек. Как же человек это не может понять? Он, ну, тупой, блядь, тупой человек, что ты с него хочешь? Да еще у человека нету такого, как бы, может и есть, но не у всех. Инстинкт самосохранения, он наоборот стремится побыстрее себя уничтожить. Так, потому что ему скучно жить, конечно же. Так, это батарейка шокера, это... Зачем? Так много. Так, хорошо, где тут этот... О, котейка. Здорово. Рыбки! Тихо! Блять, котейку задавил, извини! Дай как-то похороню тебя, что ли. Блин, да ты что, прям... Ты... А где твои 8 жизней? Слышь, я ее только мизинчиком зацепил, она уже все. Она уже померла. Только не палите меня, окей? Тут можно проплыть. Капец. Взял котейку, задавил. А как она так быстро сдохла? Так, это какая-то администраторша, да? Чё тут у вас? Комнатное растение. Здорово. Хорошие новости. Похоже, мы сможем вытащить эту штуку отсюда. Кого? Алекс, что вы делаете здесь? Меня послал Тонг. Он хотел, чтобы я помог вам с расшифровкой. Похоже, что Эверет все понял. Слушайте. Тонг не доверяет иллюминатам. Он послал меня сюда, чтобы приглядывать за Веретом. Я вижу. Что насчет Триадж? Перемирие сохранится? Это я слышал. Но я предполагаю, что у вас есть другие поводы для беспокойства. Я буду держать с вами контакт через Инфолин. И я буду... Да, делайте точно так. Держите меня в курсе. Ай. Тихо, не та кнопка. Чё это? Ага. Это мне не надо. Так, тут что, чувак, могу взломать? Могу, конечно же. Оу! А, коды кем костям. 2384, 64. Вы не будете получать известия от Тонга некоторое время. Он должен оставить Гонконг. Почему? Триады? Он сказал, что у него есть дела, требующие решения. Я не знаю, он выглядел плохо. Болен? Чума? Или что-то такое? Что-то его беспокоит. Последнее, что он мне сказал, это что-то про бесполезные механизмы в его лаборатории. Затем он отключил связь. Так, а подожди. Бесполезным для чего? Это было как вспышка. Я не знаю, что он хочет, но я ждал его инструкции. Джейс Тонг серьезно относится к Эверету. Он хочет, чтобы вы были осторожным. Окей. Да блин, я за тебя код забыл хотя бы один. Код к емкостям. Каким емкостям? Так, ну здесь ничего нет. Ты что? Ты у нас просто лечишь, приращаешь. И все, больше ничего. Так, четырехзначный код. Чувак. Сука, ты заебал. Зачем ты меня сбил? Я тут код запомнил какой-то там был первый. Какой? 2384. 2384, 64, 2384. Давай попробуем. 2384. Нет доступа, окей. Да там какой второй? Блин, опять взломали. Ух ты, если мне взлом так ухуйкался, я ж быстренько тут смотрел. 64-26. 64-26. Нет доступа, как так-то, блядь?
Ладно, давай шнурировать, что делать. Он что-то там клацает, он понимает, что он клацает. Супер-мега-взломщик. А мне еще все равно. Так, есть доступ. Это я... Ничего страшного, что я сюда зайду. Тут эта камера. Че это? Заряд пластика. Наноключик. Че это? Программа прототипа искусственного интеллекта. Ну-ка. Ага. А 23 года, я бы не сказал бы, что ему 23 года, ему так за 30. Как ты узнал, кто я? Я должен приветствовать каждого посетителя с полным резюме пара. Я обладаю намного большей системой. Что еще вы знаете про меня? Все, что может быть известно. Морфей. Продолжим. Вы имеете доказательства про моих родственников? Вы спланированный организм. Искусственный организм. Я спроектирован. Так что, мой брат и я подозревал много всего про нашу жизнь. Когда росли? Запланированный организм. Вопрос, заданный с природой. Ответ на него товар смерть. Чего? Вы запрограммированы придумывать загадки? Я образец намного большей системы энергетический. Доктором Эверетом позволяет мне передавать самый высокий, наиболее сжатый ряд любой пирамидальной конструкции здания. Короче, да. Ты крутой, крутой, крутой искусственный интеллект, но все равно ты херовый, потому что ты искусственный интеллект, этим все сказано. Ай, какой бы он бы ни был, хороший, не... ну все равно хороший, все равно станет потом плохой. 500 единиц навыка, ни хрена себе. Так, это он, да? Одна отмычка. Ладно, давайте, короче, на этом закончим, потому что сейчас, пока он трещать будет, это очень сильно надолго, я так понимаю. Здесь там можно что-то пошарить, там он превращение, но там оно мне не надо, надо как-то его открыть. Ладно, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании будут под видео. Комментируйте, и всем до встречи в следующей серии Deus Ex, может быть, когда-нибудь мы ее закончим. Все, всем пока.